Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как скрыть уведомления на экране блокировки или если содержимое ваших уведомлений скрыто, вы можете сделать его видимым на устройствах Huawei или Honor. Это просто. Заходим в настройки. Далее находим раздел «Уведомления». Открываем. И нажимаем на строчку «Уведомления на экране блокировки». Здесь есть три варианта – показывать, не показывать и показывать, но скрыть контент. Какой вариант самый лучший, вы решаете сами. В первом случае содержимое уведомлений показывается полностью, во втором уведомление не показывается вообще, а в третьем уведомления показываются, но контент остается скрытым. Последний вариант, на мой взгляд, самый лучший. Нажимаем. Готово. Больше ничего делать не нужно. Если захотите поменять, снова нажмите на эту строчку. И выберите нужный пункт меню. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.